Всем привет! Вы смотрите канал «Ремонт сельхозтехники». Меня зовут Ильдар Мухаметов. В этом выпуске я покажу, как заканчивается сборка первого трактора, как собирается трактор из города Миасс, который привезли на капитальный ремонт, и трактор, который привезли уже на текущий ремонт, но в итоге решили делать капитальный ремонт. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Ну что, приступим. Трактор из города Миасс. Идет работа. Установили постамент кабины. Установили двигатель. Двигатель полный капитальный ремонт. Стартер ремонтный, генератор новый, компрессор новый, цилиндропоршневая группа новая, вал блок стандарт. Бампер новый, аккумуляторные ящики новые. Гидроцилиндры, значит, гильзы шток новые, труба шарнира восстановленная, электросистема новая, электросистема уже идет 24 вольт камазовская, тормозная система тоже КамАЗ, энергачи камазовские ставим, мосты полный капитальный ремонт, главная передача новая стоит. Также эта рама усиленная. Накладки вы видите уже усиленные. Дальше будем уже детали примерять. Отправиться на покраску тоже на этот трактор. Новый бак. Капот тоже будет новый. Кабина будет восстановлена под новый. Дальше, значит, приступаем к сборке уже третьего трактора. Этот трактор привезли на частичный ремонт. Ну, в итоге посчитали, калькуляцию сделали, пришли к мнению того, что нужно делать капитальный ремонт. Рама простая тут, не усиленная. Радиатор новый, это на Миасс. Дальше у нас трактор на завершающем этапе. Это К-701. Передаю привет Хамиту из Казахстана, из Шымкент. То, что ты просил трактор, вот мы собираем его. Если нужен будет, если не успеете его забрать, то откапиталим, сделаем новый. Будет в точно таком же состоянии. Будет точно такая же сборка. Сборка будет под новый. По двигателю, значит, тут коленвал новый, поршневая группа новая,
из навесных новое, кроме стартера. Стартер после капитального ремонта. Электросистема полностью вся новая, 24 вольт. Радиаторы новые. Аккумуляторные ящики новые, бампер новый. Новые фары. Новые крылья. В общем, облицовка вся новая. Рама восстановлена, трубошарниры восстановлены. Коробка нового образца. Видите, доносной фильтр стоит. У старого образца фильтр стоит уже в корпусе. Карданы восстановлены под новый, также энергачи камазовские, тормозная система идет уже камазовская. У гидроцилиндров гильзы шток новые, восстановлены под новый. Бак новый. Кабину я вам показывал, как она собирается. Приборы новые, полностью все новое. Одно сиденье установили, сейчас второе сиденье будем устанавливать. Настил пола будет, значит, виброшумоизоляция. Скоро будем выкатывать трактор, я полностью покажу, как все будет. Поэтому, чтобы не пропустить это видео, поставьте колокольчик и следите, когда выйдет видео. В уведомлениях смотрите. Итак, трактор у нас модернизированный. Поставили уже электромуфту. Включатель уже такой. Уже трактор будет не будет перегреваться, так скажем. Аппарат капитальный ремонт. Видео я сниму, как аппарат ремонтируют, как испытываем мы его. Резину ставим Балтайр новую. Если нужен бюджетный трактор, в принципе, то можно на БУ резине. Экономия 200 тысяч, скажем так. Навеска, полный капитальный ремонт. Также гидроцилиндр, гильза, шток новые. Как вам данный трактор, уважаемые подписчики, нравится? Кому нужен капитальный ремонт под новый, вот такой же ремонт будет. Что касаемо гарантии, гарантия, значит, у нас полгода при обязательном техобслуживании. Получается 3 раза за полгода, каждые 2 месяца техобслуживание. Техобслуживание проводят уже наши специалисты. Гарантия распространяется на все, кроме РТИ. Если трактор нужен без гарантии, соответственно, будет скидка в размере 200 тысяч рублей. Также есть условия гарантии того, что без техобслуживания, это на мосты, двигатель, коробку. Но единственное условие,
То, что нужно будет уже двигатель, коробку привозить своим ходом к нам на ремонт по гарантии, если вы отказываетесь от технического обслуживания. Итак, друзья, вы посмотрели очередное мое видео. Кому видео было интересным, полезным, обязательно поставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал. Пишите в комментариях, обсуждайте. Ждите новое видео. Чтобы не пропустить новое видео, нажмите колокольчик. Всем пока!